Здравствуйте, представляю вам обзор отличного коммуникатора Samsung Galaxy Y, что переводится как Young, то есть для молодых, в коробке с полной комплектацией. Так, открываем коробочку. Первым у нас появляется телефончик. К сожалению, наушников тут нет, но в стандартный вход могут подойти любые. Все равно стандартный, обычный, нехорошего качества, кабель и зарядка. Гарантийный талон. Краткое руководство. Товар был куплен в Москве, поэтому он на русском. А вот и сам телефон. Как вы видите, абсолютно не тормозит, так как у него достаточно мощный процессор 836 МГц, который позволяет ему работать быстро и плавно, намного лучше, чем в Сан-Франциско. Состояние идеальное, спереди ни одной царапины, матовая пленка на дисплее, сзади небольшая царапина в задней части корпуса, которая совсем не портит его эстетический вид. Если вы наклеите пленочку, то она будет даже незаметна. Телефон оборудован всеми необходимыми программами. Камера снимает разрешение 2 мегапикселя. К сожалению, нет вспышки. Но зато быстро. Пару секунд, снимок готов. Также есть и игры, YouTube. Также можно просматривать любые видео. Как вы видите, стандартным видеоплеером этот файл бы не проигрался. Благодаря моему плееру все по-другому. Качество вполне приемлемо. Ну и, конечно же, музыку. Видите, обложка главная. Миниатюрный аппарат достаточно удобно лежит в руке. Легкий и очень удобный в обращении. Рекомендую вам его попробовать. Спасибо за внимание.